Из деревянной глины я леплю деревянную окантовку для мини-огородика. С помощью стека делаю текстуру дерева. Смешиваю коричневую и черную глину и леплю прямоугольник. Расплющиваю его, выравниваю. Линейкой делаю деление на грядки. Из деревянной глины делаю окантовку мини-огородика. Проделываю отверстия для овощей. Ставлю морковки в подсушенные дырочки. Смешиваю коричневую и красную глину, формирую свеклу. Смешиваю салатовый с коричневым для свекольных листочков. Леплю листочки, соединяю с бордовой маленькой веточкой и прикрепляю ботву к свекле. Подсушенные свеколки теперь в огороде. Смешиваю желтый и красный, формирую помидорчики. Из салатового леплю чаши листик и прикрепляю к помидору. Помидорчики сажаю в грядку. Вот такой веселый мини-огородик у нас получился.